Привет. Ты на меня играешь. Называю его великий Сахар. Было не просто, конечно, 3 игры за 4 дня. Ну, ничего вроде. Сейчас где-то работаем чуть над физикой, чуть над тактикой. В целом, не знаю, рабочая обстановка. Играли, наверное, не в свой хоккей. Соперник был быстрее нас, реализовал свои моменты. У нас, к сожалению, не получилось. Но ничего страшного не случилось. Сезон длинный, готовимся дальше. Впереди Череповец, знакомая нам команда по предыдущему сезону. Поэтому будем настраиваться, играть на победу. Перед игрой будет видно. Наверное, будет необычный матч, потому что все равно какое-то время там провел. Ну, в первую очередь надо отталкиваться от своей игры. Тренерский штаб нам подсказал, где мы что-то делаем не так. Исправим эти моменты и уверенно выиграем. Конечно, стараемся больше комбинационной игры, наверное, добавить. Где-то, наверное, лишний раз не бросать шайбу в зону, придержать ее, побольше игры в пас. Выходи, забивай. Спасибо всем, кто приходит. Мы слышим, конечно, это нас гонит вперед. Но, конечно, хотелось бы, чтобы было больше болельщиков. Как всегда, приятно играть при полных трибунах. Хорошо, что хоть пускают и 3 тысячи на матч. Ну, что бы сказал, работать. Ну, вообще, одновременно компонентов хочу поработать. Мы люди творчества.